Привет, с вами канал Art Money, и сегодня я расскажу, как помыть мультиварку, когда вот эта вот крышка вся грязная. А открепляться она, не знаю, она у меня не открепляется почему-то, две белые штучки, ну, не знаю, у нас не получается с мужем, и я расскажу, как я ее мою. Вот сейчас она уже грязная, вот я наливаю воды, самой обычной воды из-под крана, холодную, наливаю, где-то можно даже чуточку и побольше налить. Закрываем ее, закрываем, так, включаем, так, меню, и нажимаем, ну, любую, наверное, суп, я думаю, как раз вот он будет такой самый кипеть, 40 минут, и ставим старт. Сейчас она нагреется, начнет кипеть, весь этот пар будет подниматься вверх и спускаться, и, короче, эта крышка очень хорошо намокнет. Так, ну вот, смотрите, у нас с вами микроволновка уже поварилась там какое-то время, уже так все там размякло. Тут я еще положила замочиться заодно эту штучку. Ее тоже помыть, потому что она была очень такая грязная вся. Ну, здесь у меня уже губочка, тряпочка с водичкой. Губка здесь у меня с фэри. Ну, не фэри, а ос. Для вас это будет... Ну, у вас такой, какой у вас есть. И сейчас мы будем эту штучку тереть. Сняла. Смотрите, я сняла. Вот она как, оказывается, снимает. А я думала, она... Вот эти белые штучки остаются, я думала. А там вот как-то ее нужно подцеплять. Она, оказывается, вместе с этим белым штучком, короче, она снимается. И с той стороны, вон там, уже у нас чистенько. Короче, ту я сняла, отмыла. И сейчас мы с вами продолжаем мыть дальше. Теперь уже вот здесь вот. Вот здесь вот, опа, самое грязное место. Я уже сменила на самом деле губку, потому что тут даже придется выкинуть, потому что она очень грязная. Смотрите, эту я отмыла, с горем пополам отмыла. Самое сложное это было вот эти вот кружочки, не знаю, зачем их там сделали. И то вот я сейчас вот смотрю, у меня еще немножечко даже не отмылась. И также грязь еще вот под этой штучкой любит залазить. Оказывается, видите, мы ее смогли снять. Я-то думала, то, что вот эти остаются на месте, а вот эту крышку как-то снимается. Мы с мужем пытались, но никак. Вот, теперь давайте попытаемся ее одеть обратно. Она, я думаю, сама там дальше уже высохнет. Все. Все элементарно. Ну и, естественно, вот эту вот крышечку я тоже помыла ее. В принципе. Вот. Ну, она подсохнет немножко сейчас. Чаша. Здесь у нас вот еще чаша с водой. Водичка остынет, я ее помою отдельно и уберу потом. Вот, сейчас мы ее с вами пока что ее закроем. У нас еще вот здесь вот. Вот это, ну вот это вот, мне кажется, самое легкое, самое интересное. Такое самое... Ой, господи, горячее.
самая, короче, такая интересная часть. Смотрите, у нас с вами идеально чистая мультиварка, ну, или почти идеально, конечно, остается вот здесь вот маленький, вот туда вот забивается грязь, не знаю, как-то все-таки должны делать мультиварку так, чтобы ее легко было помыть. Ну, не знаю, у меня вот почему-то вот здесь немножко забивается, вот, и, в принципе, наверное... И все, да, остальное вот мы узнали, что, оказывается, снимается. Оказывается, вместе с этими штучками она снимается. Может быть, если у кого-то тоже мультиварка Redmond, то, может быть, я надеюсь, что вы тоже теперь узнаете, как она снимается. Ну и, естественно, у меня осталось вот здесь внизу, вы видите, что немножечко грязная она. Осталась грязная почему-то, там я уже лезть туда не буду, потому что там уже как раз находится самый обогревательный элемент. И просто я боюсь ее сломать. Вот, также мы помыли ее с вами снаружи, натерли. Да? А, ну тут у меня еще пеночка осталась, я ее сейчас уберу. Вот, и в принципе снаружи, да, вот она у нас с вами чистенькая. Также вам большой совет. Не покупайте мультиварку с серебристыми такими штучками. Они очень тяжело отмываются. Да, это красиво, но вот я здесь терла, но в некоторых местах она все равно осталась. А также второй совет. Не покупайте мультиварку вот с такими вот с наклейками. Потому что ее убрав, там остается просто как бы кнопочка, вокруг нее тоже собирается грязь. И если, допустим, у вас через эту вот штучку что-нибудь прольется, то наклейка сразу начнет отлипать. То есть это огромнейший минус. Конечно, мы эту мультиварку брали очень срочно, я как раз уже была беременна, и было лето, жара, нужно было что-то готовить, и при этом, чтобы не было сильно жарко в квартире. Поэтому как бы взяли первую попавшуюся, которая нам попалась. Вот, особо не выбирали, и тогда я этого не знала. Поэтому смотрите, вот, знаете, лучше всего, если у вас мультиварка стеклянная, стекло именно вот сверху. У меня хлебопечка, например, у нее сверху стекло, она идеально просто моется. Она просто шикарно моется, вот так же пенкой ее натер, даже вот мягкой именно штучкой, и все. Смываешь, и она идеально чистая. То есть такой вот прям момент просто шикарный. Здесь вот пластмасса, ну пластмасса, в принципе, да, я ее терла, она... В принципе, оттерлась, ничего, так чистенько. А вот это вот, конечно, не очень. И, конечно, наверное, если есть возможность, то без этих вот штучек, потому что в эти маленькие ямочки, видите, она забивается грязь. И я буквально отмывала ее ногтями, выковыривала буквально оттуда. Вот, то есть это немножечко сложновато. Вот, а так, в принципе, мы ее с вами помыли. Осталось, вот она подсохнет, я ее... закрою. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, как вы отмываете свою мультиварку. А также в комментариях напишите, какая у вас мультиварка и нравится она вам или нет. Вот. И всем пока-пока.